Друзья, рада вас всех приветствовать на канале «Обедаем дома» Светлана. Сегодня я готовлю солянку сборную. Вот так аппетитно она у меня выглядит, как я ее готовила. Давайте посмотрим. Итак, у меня готов мясной бульон, который я приготовила на свинине на косточке и окорочки. Также подготовила окорочок копченый, сосиски. Вы можете брать любые колбасные изделия и мясные продукты. Лимон нам понадобится, лук, морковочка, маслины, томатная паста. В бульон я отправила картофель. Тем временем буду нарезать остальные ингредиенты, подготавливать. Порезали лучок, нарезали соломкой морковь. Это наше будущее зажарочка. Теперь будем готовить мясные продукты. Копченый окорочок нарезаем на небольшие квадратики. Форму нарезки и размеры уже определяет каждый для себя сам. Окорочок копченый готов. Следующими у меня будут сосиски молочные. Также нарезаю. Не измельчаю я сильно, чтобы наши мясные продукты в солянке чувствовались. Теперь у меня отварной окорочок. Отделяю от косточки и измельчаю. Отварной окорочок готов. Свинину нарезаем, отделив от косточек. Наше мясное ассорти готово. Нарезаем огурчики. Беру пару огурчиков. Желательно, чтобы такие хорошие ядреные огурчики были. Нарезаю на небольшие квадратики. И отправлю в блюдо с мясом. Тем временем сковорода с растительным маслом разогрелась. Отправила лук, морковь сюда. Ложку полную с горкой хорошей томатной пасты. И все хорошенько пережариваем. Картофель в бульоне сварился. Отправим сюда мясное ассорти вместе с огурцами. Добавим специи, соль по вкусу. Нашу зажарку сюда отправляем. Листочек лавровый сюда отправляем. Хорошо перемешиваем. И 2-3 минутки пусть покипит на медленном огне. Нарезаем маслины. Лимон. Ломтика 3-4. Это я все тоже отправляю в кастрюлю. Потом при подаче порционную тарелку каждый по вкусу может себе еще добавить ломтик лимона, маслины. Отправлю сюда чайную ложку сухого гранулированного у меня чеснок. Упала колбаска на плиту, извините, не убрала вовремя. Все хорошо перемешиваем. Подготовим зелень. У меня кинза, укроп и зеленый лук. И на последнем этапе отправляем все это в кастрюлю. Пару минут тоже дадим прокипеть. И вуаля, наша солянка готова. При подаче я себе добавила свежий лимончик, майонез и с кукурузным вкусным хлебушком я буду с аппетитом поедать солянку сборную. Всем приятного аппетита! Готовьте это прекрасное, вкусное блюдо.
Желаю всем мира и добра. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Мне это очень приятно и важно. Всем пока, до новых видео!